Недавно я посмотрел фильм, и там была фраза «таможня дает добро». Я не понимаю, что это значит. Таможня ничего не дает, она переворачивает. Дать добро – значит разрешить, позволить сделать что-либо, одобрить будущее действия собеседника. Фразеологизм «даю добро» появился благодаря военно-морскому флоту. Дело в том, что в дореволюционной азбуке буква «Д» называлась «добро». Флаг, соответствующий этой букве в своде сигналов военно-морского флота, обозначал «да», «согласен», «разрешаю». Он был желтого цвета и использовался для согласия на перемещение. В разговорной речи мы также используем слово «добро», чтобы выразить одобрение, согласие, разрешение. Но чаще мы используем слово «хорошо». А на моем языке почти звучит так. Мата иджаза ракрай.